Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Hitman 3. Итак, давайте посмотрим. Пролог. Вот. Начальный курс пролог. А зачем он нам нужен? Так, чистый лист. Тренировка под наблюдением. А, ну это все тренировка, так. Миссию последнее испытание. Вроде все как одно, да? Так, ладно, пролог прибытия. Так, задача 1, задача. Так. Ну не знаю, давайте посмотрим, что он нам выдаст. Играем, не играем. Этот убийца. Прибытие, учебный комплекс. Это учебный, это. Ладно, давайте. Сыграем здесь один раз в учебный комплекс в этот. Это же про корабль. Великолепный вид, правда? Меня зовут Диана. Позволь тебя проводить. Позволяю. Провожай. Похоже, кто-то у нас очень так. Тайны наш главный орден. Кроме того, насколько я знаю, у тебя самого их немало. Если хочешь знать, я не такая, как ты. Я оператор. Агенты и операторы работают вместе. Знаешь выражение? Познай врага своего. Ну, я-то знаю. В этом знать врага – это полдела. Знаю, но менее важно знать самого себя. Я работаю над этим. Я читал твое дело. Очень впечатляет. Ты часто импровизируешь, но думаю, назад... Как иначе? Так, расскажем, как это забирать чужие жизни. Спонтанно, беспорядочно. Ты поэтому здесь? Поэтому позвонил? Возможно, проверяют не только меня. Ну вот мы и на месте. Начальный курс стартует в 6:00. Тебе лучше подготовиться. Итак, мы сделаем все. Так, ну тут... Вы уверены? Да. Второго шанса не будет, мисс Брэндвуд. Я выбираю его. Могу спросить, почему? Он словно чистый лист. Асоциален. Апатичен. Без сомнения, у парня отличные данные. Возможно, я вижу возможность, где другие видят лишь хрень какую-то. Давай. Не будем мы тут слушать бред. Нас выбрали, и ладно, в нас верят, и этого достаточно. И мы оправдаем их доверие. Добро пожаловать на тренировку повышенной сложности. Прототип этого задания стала операция в Сиднее. Целью был Келвин Риттер, знаменитый грабитель по прозвищу Воробей. Тебе нужно проникнуть на яхту, изолировать, а затем устранить цель и скрыться все незаметно. Ой, да без проблем. Запомни, ты агент МКА, самый опасный человек в любой ситуации. Что за МКА? Но грубой силы в нашем деле много не добьешься. А настоящий профессионал никогда не привлекает внимания. Удачи, новичок. Новичок? Ах вы твари! Я вам такой новичок сейчас устрою. Так, найдите цель при помощи инстинкта. Да вон она, я ее вижу. Да. Так. Усмирите охранника. Нажимаем, чтобы это шею ему не сломать. Нам не нужен труп. Ой, а там кровь. Или что это? А, там масло, он же убирал масло. Сейчас я его спрячу. Постой здесь. Ну, по крайней мере, ты жив. Радуйся. Так, мы поняли.
Так, пока нас никто не видит. Вот этот человек нас может заподозрить, конечно. Ну не надо. Проходим сюда. Берем крысиный яд. Проходим. Его можно убить несколькими способами, говорю сразу. Так. Так, понятно. Два. Переодеваемся в него. Вот это самый такой костюм, который вам здесь поможет. Спрячем тело. Стой. Ну давай, прячь. Мы возьмем. Знаете что? А вот и возьмем. Только спрячем его. Не будем. У всех на виду. Так, нам надо наверх. Давайте пройдем наверх. Вот теперь смотрите, можно отравить вот этот бокал. Но это надо делать было раньше. Сейчас по миссии мы должны просто ждать, слушать и наблюдать. Но можно отравить бокал, он выпьет, пойдет в туалет, и там вы его прикончите. Так. А теперь пока просто слушаем. Так, к нему должен прийти какой-то друг. Ну давай. Давай, кто, с кем ты там должен? Вот он. Пришел. Так, встреча состоялась. Так, вы прилетели, не желаете ли выпить? Спасибо, нет, еще нет шести. У меня очень строгая жена, знаете ли. Господи, из-за бокала. А где ваши яйца? О, в руке у жены. Пойдемте в мой офис. Так, ждите и наблюдайте за целью. Итак. Встреча с джентльменом в белом. А мы вот посюда пойдем. Вот сюда, в туалет, он забегает туда. Блевать. Можете его там задушить. Так, выбираем. Вот он. Проследите за встречей. Итак, чертежи у нас. Замечательно. Люди получают то, за что платят, мистер Норфолк. А вы заплатили за самое лучшее. Сейчас найду ваши папки. Технологии не моя сфера. Обычно мои клиенты коллекционеры искусства. Какой-то реактор. Так, проследите за встречей. Просто реактор, мистер Риттер. Это революция в любой момент. Так, уходим. А вот выйти можно спокойно. Смотрите, я остался незамеченным. И к машине идем. Найдите машину для побега. Выбрались. Тренировка повышенной сложности пройдена. От себя добавлю, элегантно сработан новичок. Похоже, моя интуиция была права насчет тебя. Я с нетерпением жду финального заключения. Ну, это не важно уже. Это уже не важно. Это я там что-то собираю. Как вы догадались? Я вам говорила, он способный. Невероятные показатели. Какие навыки и рефлексы.
Можно развить только путем долгих тренировок. Огромная сила и никаких моральных ограничений, он может быть опасен. Я думала, это нам и нужно. У всех агентов есть слабые места, мисс Брэнвуд. Болевые точки, которые позволяют держать их в узде. Ну хорошо, у меня болевые точки пока нету. Так, снова здравствуйте. Ага. Это мне уже самому надо пройти. Ну вот, смотрите. Давайте. Я даже не знаю, зачем мне столько всего. Я сейчас даже пользоваться половиной не буду. Я даже ничем не воспользуюсь. А я вам покажу, как это действует на самом деле. Итак, убивать мы его не будем. Так. Я скажу больше, я его даже прятать не собираюсь на этот раз. Пусть лежит. Мы пройдем сюда. Возьмем крысиную траву. Вот этого полицейского раньше здесь не было, да? Но теперь он здесь. Но он нам не нужен, поверьте. В полицейского лучше не наряжаться, потому что тогда вас многие будут знать и опознавать, и узнавать. Идем, идем, идем. Взять. Вот этого мы спрячем. Потому что не хватало, чтобы какой-нибудь случайно здесь нашел. Так. Ну давай, бери его. Смотрим. Нам не сюда. Вот сюда нам надо. Подходим. Давайте, крысиный яд. А где у нас клиента? Вот он. Ладно. Так. Oh, man, this guy is something. Is he your buddy? Well, you know him? Ты его знаешь? Давайте спрячемся. Ну, иди давай, господи. Стоило мне с тобой пересечься там. Давайте ждем. Никуда идти не надо. Сейчас он сам сюда прибежит. Вон он, видите? Ходит. Иди, хлебни. Давай, давай. Так, вот он пошел. Смотрите, пьет. Это вот отравленный бокал. И куда бежит? Конечно, сюда. Плохо ему, видите? А мы подготовимся, мы возьмем. А вот. Давай. Открывайся, сезам. Так. И вот. Все. И все, уходим. Можно мину было подложить, конечно, ему еще. Но мы сделали вот так, более гуманно, чтобы нас никто не видел. И люди лишние не пострадали.
И вновь отличный результат. К этому упражнению можно возвращаться сколько угодно. Нам не надо сколько угодно. Давайте. Я даже не знаю, что это за упражнение это было такое. Эта миссия была пройдена со... так, в автономном режиме. Счет прогресса и завершение испытаний автономно недоступны. Так. Продолжить обучение. А чё? Не. Так. Подтвердить. Нет, мне это не надо. Так. Это у нас свободная тренировка, последнее испытание. А ну это ролик уже. Поэтому вот он. Сюжет-то начинается. Давайте вот. Гвоздь программы. Подтвердить. Добрый вечер, 47-й. Ты едешь в Париж на модный показ, устроенный одним из ведущих модных домов Европы. Твои цели — владелец Сингвет Виктор Новиков, бывший олигарх, а ныне магнат воды, и его партнерша Делия Маргос, в прошлом супермодель. Легендарная звезда пара семей, при этом одна из самых опасных людей на свете. И чем же? На самом деле Новиков и Маргос — главари Яго. Яго — это попугай такой, Владимир. Таинственный шпионской сети, торгующий сокровенным, таинственными международными, хрен знает чем, беспринципная и жестокая сеть Яго. Катастрофический утечек информации по всему миру, когда крымские сепаратисты устроили ужасный взрыв на Одесском ядерном заводе. Да с чего бы это? Именно Яго дала им доступ к его системе. Кстати, когда была игра разработана, неизвестно. Надо будет посмотреть. Сбил самолет с президентом Эрдоганом. Яго предоставила преступникам секретные планы полетов. Новиков и Маргалис заполучили список британских агентов под прикрытием и планируют продать его на тайном аукционе Яго во время показа в Сингвиле. Наш клиент Ми-6 хочет, чтобы мы оставили Ми-6, пока список не попал в плохие руки. Ми-6 — это бред. На показе в Сингвит будет полно охраны, и все взоры обратятся на Виктора Новикова. Но несмотря на напыщенность, он просто на денежный мешок. Главная цель — Диана Моргас, прекрасная и гениальная. Великий комбинатор и мозг, стоящий за действиями Яго. Две цели и полно народу вокруг. На первый взгляд задача кажется непосильной. Но я-то знаю, как ты любишь сложности. Блин, давно не играл, надо будет смотреть, как... Готовься, приготовился. Давно не играл, так что не обессудьте, если будет варварский метод какой-нибудь. Так, планирование, чё? Задачи. Убрать двоих. Планирование. Предметы. В тайнике. Лестница в подвал. Так. Что у меня? Да вроде как ничего не буду. Менять буду, играть так, как оно есть. С тем набором, который сейчас есть. В тайнике мне пока ничего не надо прятать. Будем смотреть. Тут всего до хрена. Итак, и отверток, и ножей, и чего только нет. Добро пожаловать в Париж, 47-й. Показ вот-вот начнется. Это очень крупное событие текущего сезона. И среди гостей будет много именитых представителей мировой моды. Пока Виктор Новиков будет купаться в лучах славы, Далия Маргос укроется на серьезно охраняемом третьем этаже и проведет аукцион для богатейших клиентов Яго. Кстати, охрана будет внимательно приглядываться ко всему подозрительному. Впрочем, твой классический стиль не должен привлекать внимание. Удачи, 47-й. Так, тут можно, я сразу говорю, как-то очень легко все пройти, надо только знать, где что. Ну, так как я не знаю, где что. Так. Поэтому для меня это не будет такой легкой. Ага. О, смотрите, что-то есть. А, это скрываться. Или трупы прятать. Ладно, пойдемте хотя бы что-нибудь возьмем в доме. Устраните, так.
Это все можно сделать как несчастный случай, знать бы только как. Конечно. Смотри, вон Новиков владелец Сингвей. Так, а мне туда, ага, нельзя так. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Так, главное не спалиться. Давайте осмотримся. Вот здесь вот у нас... какие-то тайники, да, здесь что-то можно было прятать. Так, там работяги сидят. Так, это мы уже что-то можем взять. А, тут по-любому где-то есть какой-то яд, отрава и тому подобное. Это же погреб, о! Это нет, это не то. Кушаете? Ага, кушайте, кушайте. Это я что-то подсыпать могу ему. Ну давай посмотрим, что он на что-то способен. Так, а тут подождите. Загрузить, начать миссию заново, запланировать заново, сохранить. А вот сюда сохраним. Какой переполох я там поднял, господи. Так. А как бросить-то? Ладно. Что у нас имеется тут? Ага. Ух ты! Нет, назад, 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 с топором-то. А вот, кстати, первая личность у нас. Подожди, куда вот ты с топором намылился? Подожди, а тебе как бросить? Так. Все. Нашел, как бросать предметы, чтобы... Господи, какие большие подвалы-то у вас. Так. Можно отравить, только чем отравить? Где яд-то находится? Это что? Взять гаечный ключ. Так, это охрана.
Так, у нас этих ломиков уже тьма. Мне нужны боли. Вот. Давайте сохраним, потому что отвертку я искал больше всего в этом деле. Да, давай. Ой. Давайте-ка еще, ну может, одну одежду себе оставим. Так, нас пока никто не видит. Сейчас, подожди, я тебя дотащу. И вот сюда. Работники зала. Извини. Так. Музыка. Так, человек слаб. Что тут скажешь, человек слаб? Так, отравить. А чем отравить? Я знаю, что тут можно отравить, но чем? Тут ничего нету у тебя? Ладно. Блин, он ушел. Непонятно, зачем это надо, конечно, но... Так. Давайте сюда, блин. Пока не знаю, зачем это, но пусть будет. Какая-то зеленая лампочка. Че, закрыто, да? Ладно. Подожди, я сейчас. Не-не-не-не. А мы и не будем. По этой двери войдем. Так.
На третий этаж. Как мне попасть на третий этаж? Подожди. Подождите. Так, точно знаю, что мне сюда. Давайте сохраню, блин. Все, три сохранялки, да, больше никак. А, вас ищут, а почему меня ищут? Официант тут ищет. Ну-ка. Так. Я думаю, успею его донести. Вроде как успел. Так. А нет, смотрите-ка, могу. Вроде как. Так. We don't talk about what goes on in there. You could be reprimanded. Oh, I guess I missed that one. Well, I shouldn't have. Так, мне надо наверх попасть. Смотрим, это что? А, вон это что? Нет, ну-ка давайте. Загрузим. Я думал, это какую-то диверсию можно совершить, которая потом в итоге скажется, а это оказывается сразу делаться. Так, проходим мимо. Ага, все понял. Понял, понял. Так. А ты-то как туда попал? Ищем. Как он туда попал? А, вас засекла камера видеонаблюдения. Где она? Подождите. Вот она.
все понял, блин. Понял, почему она меня засекла и как от нее избавиться. Там где-то должна быть, кстати, комната охраны, только ее искать, а чтобы избавиться от записи. Ладно, будем искать. Давай, иди. Сломать крепление. Ну и бог с тобой. Проходите, проходите. В подвале вспомнил. В подвале, там, где людей много, там, наверное, есть она. Давай-ка. Ой, вы что, все меня знаете, что ли? Ладно. Сосурики не прокатит, да? Сохраним. Подожди, это что здесь можно взять? Ага. Это чего вот тут? А тут я был официанты. Sorry to inform you that this is off limits. Sir, you cannot enter these premises. Понятно, все, понял, понял, ребятки. Опа, меня засекли, так, ладно. Как нам этот момент разрешить? Можно, конечно, попробовать его так, как я сейчас надумаю. Нет, не пойдет.
Чтобы это что-то сделать, надо это крайний случай, потому чтобы внизу что-то тоже было. Так. Так, а как мне тебя заманить? Может, ты в туалет пойдешь? Ну что, вы в туалет не ходите? Не. Вот так вот. Просто из-за вредности тебя. Ой. Never enough security, right? Да все нормально. Ну-ка, тут кто у нас? Вау, вот. Его-то и надо было тащить. Sorry, not even bodyguards. You need to find another way. Hey, leave when you're told to leave, okay? Давай, куда от тебя можно? Эй, а почему его пропустили? А я в официантской форме не могу. Glad to see the security detail here. Потащили. Так. Вход-то один у них, что ли? Так. Так. Никто же не слышал. Так, значит, мы их прячем. Первый.
Подожди. И вот сюда второго, или что, или туда же. Их, по-моему, подвое в шкаф, да, можно? Вот так, один мне шкаф оставьте. Ты вот что-то вот везде ходишь. Давай-ка я тебя утащу. Я виноват лишь в том, что хочется мне есть, сказал волчище и потащил ягненка в лес. Ну ты-то, кстати, живой остался. Так что не тебе жаловаться. Наследил, правда. Так, где что есть? Вау. Так, понятно, мне сюда лучше не заходить. По крайней мере, в этой форме. Ну-ка, а в той форме что будет? Я даже не заметил тебя, как хорошо, что я трупы спрятал. I've explored feelings of powerlessness, duress, coercion, the notion that free will is only an illusion. Что тут есть у вас? Вот. Крысиный яд. Так, надо отсюда выбираться. Так, ой, нет, наоборот. И давайте попробуем вот здесь вот вылезти. Ага. Так, а ничего, если я сюда выйду? That is Dahlia Margolis, supermodel turned spy master. Правильно. Ну давай, бери. Ну-ка, давай-ка. Кто придет? Пошли.
Будем прятаться. Так. Так, крысиный яд, пузырек с таблетками, смертельный яд. Ну давай вот это используем. Hey, what's up? Так. How you been? Минутку. Мистер Джордан Кросс? Что тут имеем? Мистер Бодигард. Тихо, не надо здесь. А чё она не пьет? Интересно. Меня это заинтриговало. Are there any more bids? Ты будешь пить или нет? А это зачем? Где-то должен быть ток, да? Это что за активированное отвлекающее средство? Так, понятно, что от вас ничего не добиться. Давайте. Я сохранюсь и... Well done, 47. Виктор Новиков is next. Так. Вас раскрыли. Margolis has been taken down, possibly dead. Margolis is down. Over here. Так. Вот его-то надо было как-то. Вот так вот он проходил бы мимо и так вот чик на него обрушил. Так, а как вниз-то нам спуститься? Man, I'm here now.
Ладно, идем. Так, сохранимся на всякий случай. Блин, что-то миссия такая, да. Немного напрягает. А, вот спуститься можно. Сейчас здесь и посмотрим. Камут, мой мэн. Ты не помнишь меня? Так. Здесь нам не интересно. Куда нам? Подожди, подожди. Ой. Подождите. Это на улице я где-то салют устроил. Да отойди ты. That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. Где у меня? Ну что ж. Есть еще одно но. Это надо переодеться в мою одежду. Ну и да ладно, бог с ним. Сваливаем. Главное что? Главное, мы их завалили. Ну и тех, кто охранял, тоже не повезло им. Тут уж их проблема. Нанялись на такую работу. Так что не надо грешить на нас. Свое дело мы сделали. А теперь активировано отвлекающее средство. Все активировано, конечно. Это учитывая, что мы никого лишнего еще там сильно-то не прибили. Ну вот, миссия пройдена. Там много было случаев. Как-то она должна была в ванну баба зайти. Ее в ванне, я помню, гасил. Это давным-давно ее гасил в ванне. А этого мужика уронить можно было и травануть. Он съест, пойдет в туалет, там его загасить. Всяко можно было. Так, спланировать заново. Да ладно, дальше. Смотрим. Париж. Днем раньше. Кто-то что-то договариваться пришли. Как все прошло в Москве? Комарова больше нет. Я выставил его как шпиона Лэнгли. Серьезный скандал для ФСБ. Его смерть расследовать не будут. Ваш черед. Окей. Прекрасно. Секреты мировой элиты. 5 лет работы, все, что мы собрали. По сравнению с этим, Вики вас просто куча сплетен. Перо сильнее меча, не так ли? Я понял лишь то, что тот, кто владеет мечом, решает, кому достанется перо. Файл в безопасности, хвосты почищены, начинайте утечку имен. Улыбнитесь, Виктор. Вашей репутации ничто не угрожает. Поспешите, прелестные платья дожидаются вашего внимания. Сейчас затылок ему. Удачи на показе. У меня ощущение, что именно им вас и запомнят. С
Сообщение отправлено. Он, кстати, не убил. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы увидимся в следующем видео. Пока!